Gazprom now take it up at the front. The newly promoted pro-continental team from Russia really, really taking things up. Друзья, привет! Сегодня будем с вами вместе осваивать все особенности профессионального велоспорта. Я нахожусь в Италии на базе российской профессиональной велосипедной команды, которая называется «Газпром Рус Вело». Здесь ребята тренируются, здесь они базируются. Я уверен, что нам будет очень интересно. Пойдем! «Газпром Рус Вело» — это команды всех четырех олимпийских направлений велосипедного спорта — шоссе, трек, маунтинбайк и BMX. За команду выступают более 40 спортсменов. С момента ее создания в 2011 году гонщики команды одержали более 100 важных побед по всему миру. Эта команда мононациональная, то есть состоит только из российских гонщиков и является кузницей кадров для олимпийской сборной России. А ведь велоспорт – третий по количеству наград на Олимпиаде. За «Газпром Русвело» выступают как молодые, подающие надежду спортсмены, так и именитые, уже успешно выступившие на Олимпиадах. Команда базируется в Италии, у подножья Альп. Выступает на велосипедах «Каньнага». Это главный технический партнер команды, производитель лучших велосипедов для профессионалов. Ренат, здорово. Ребята, Ренат Хамидуллин, генеральный менеджер команды «Газпром Рус Вело». Он хозяин всего этого ангара огромного. Большого. Проведешь? С удовольствием. У нас здесь 2 этажа целых. Я думаю, что со второго и начнем, потому что там самое интересное. Ага. Ренат, вот эти велики стоят по 12 тысяч евро, я не понял. Или они по 15, или они вообще бесценные? Ну, тут на самом деле все так непросто. Зависит. Да, это топовые велосипеды, и карбон, в общем-то, электронные группы, электронная начинка. Все по последним условиям техники. Посмотри, вообще, я одной рукой просто. Понятно, что это без колес, но это... Понятно, что это рука Дениса, которая может поднять... Понятно. Даже карбоновый велосипед. Карбоновый велосипед. Гоночный велосипед – это спортивный болид такой, который требует каждодневного ухода за собой. То есть вы каждый раз что меняете тросики? Практически каждый день велосипеды после каждой гонки моются, смазываются, заново перебираются какие-то части, регулируются узлы, основные детали, переключения, передач. Это ежедневная работа. Это как Формула-1. То есть просто вы обслуживаете полностью велик после каждой постоянно, гонки? Постоянно, после каждой гонки. То есть он каждый раз как новый? Да, каждый раз. Объясни мне, что электронное сейчас? Я понял, что переключение скоростей, видимо, все да? Все очень просто, электронное. Да. Вся система переключения скоростей – это сейчас электронная система, которая работает не как раньше на тросиках, да, ну, в принципе, и сейчас есть велосипед на тросиках, но спортсмены выступают в основном на электронике. Вот этот звук, вот. Ну-ка. Круто. Важное место. Массажиатория, это что значит? Массажная? Это склад массажистов. Одежда, то есть велоформа, все, что нужно. Здесь все строго, все в коробочках, все по размерам, потому что большое количество экипировки используется в течение сезона велосипедной командой. И, соответственно, здесь мы, если выдвинем любой из этих ящичков, то увидим там какой-то отдельный элемент спортивной одежды. А это что такое? Я вижу, написано «Ферсанов». Это каска. «Ферсанов» — это чехол. Один из самых важных, пожалуй, элементов нашей экипировки. Это просто чехол для каски, да? Ну, чехол, да, так хранятся, чтобы все аэродинамичное, ничего не должно быть. То есть здесь экипировка имеется в виду одежда? Да. Надев профессиональную форму команды, я почувствовал себя уже в большей мере велосипедистом. Но предстояла задача освоить работу с контактными педалями. Слушай, а технически по велосипеду, значит, это все карбон? Да. Понятно, да. Все карбон. Вот это опора седла, или как она правильно называется, тоже карбон? Штырь, да. Тоже карбон. А, колеса, вот это что такое? Да, это обод, он тоже карбон. Тоже карбон. Да. Тут то есть здесь из металла или стали, это только шестеренки, видимо. Вот это карбон? Да. Даже это карбон? Да. Отлично. И это все сделано для того, чтобы он был максимально легким, я правильно легким понимаю? Легким и жестким. Сколько весит этот велосипед? Примерно 7 килограмм, 6-800 ограничений по весу, меньше нельзя. А, меньше? Это регламент УЦИ. А могли бы сделать и легче или нет? Можно на велосипеде вести до 3 килограмма. Вот это да. Что еще мне нужно знать про этот велик? С педалями я, видимо, буду учиться уже непосредственно на месте. Ну да. Крестежным, да, потому что вот мне дали эти велотуфли.
не попал. Как попадать-то? Все, попал. И, значит, и наружу освобождаю. Да? Можно, можно и внутрь, да? Но внутрь, наверное, неудобно. Может, та нога. Я пошел. Спасибо. Во время первого заезда новых ощущений было много. Но первое и самое главное – это, конечно же, контактные педали, которые позволяли вращать по всему кругу. Описать это сложно, но ощущение очень крутое, как только немного освоишься. Кайфово вообще. Просто кайф. Посадка профессионального гонщика, конечно же, иная, чем у меня. Мне опустили седло сантиметров на 5-7 для того, чтобы было удобнее спине. Но я еще буду работать над правильной посадкой. В остальном же ощущение от велика Кальнага просто невероятное. Это абсолютная машина, без трения. Особенно это ощущается на скорости выше 30 км в час. Еще, кстати, крутым эпизодом была демонстрация замены колеса в случае прокола на трассе. Спасибо.